Окей, друзья, всем привет. Бизнес в интернете полностью застрял, это становится очевидно. Я разговариваю со старой гвардией, кто давно уже в сети вместе со мной. Еще тогда их предупреждал, что лохотроны под процент и без приглашения ставят людей без штанов. А вы убьете свою репутацию. Для тех, кто умел даже приводить людей, строить команды в те времена. Сегодня они шлют мне какие-то шарашкины конторы с ходом на 100 рублей. Это говорит мне о том, что уже даже они не могут, потому что сегодня совсем другое время. Сегодня нужно вести бизнес по-новому. Наши сетевики также живут по правилам из 12 стульев. Помните, там служил Гаврила почтальоном, Гаврила почту разносил, служил пожарником Гаврила. То есть все, что не делает, я наблюдаю за всеми на соцсетях и по рассылкам и так далее. Все, что не делает наш сетевик, всегда получается какая-то Гаврила. Понимаете, о чем? И как говорит теперь уже вошедший в историю навсегда мэр Киева Виталий Кличко, вчера нельзя так, как послезавтра, сегодня надо, как сейчас. Даже несмотря на то, что он сам не понял, что он сказал, он выразил мудрые мысли. Он просто пытается перевести нам великого бизнесмена Генри Форда, который в свое время сказал, нельзя продолжать делать одно и то же и ожидать другого результата. Нужно остановиться, подумать и полностью менять, прежде всего себя, свои искаженные мозги. И еще раз пойти в Википедию и прочитать, что такое MLM бизнес. От слова сеть. Сетевой бизнес – это люди, деньги только от людей, которых ты должен заинтересовать настоящим, честным, легальным проектом. Так? Едем дальше. Значит, народ у нас шарахается и туда, и сюда, вообще без царя в голове. И это уже не бизнес, это просто казино, и это пальцы в небо. Поэтому результата нету 95%. Потому что бизнес требует четких, логических и последовательных действий. Эти великие погремушки на YouTube, которые вправляют людям центральный мозг, ничего, как кроме «Эй, птичка, полетели со мной, там много вкусного», они нам рассказать вообще не могут, потому что сами ничего не знают. Они на каждом вебинаре кричат: «Заходи, ты уже богатый, все, больше ничего не надо делать». Жизнь удалась, причем у всех и сразу. А все их тренинги – это так, добавляйте как можно больше людей в соцсетях, а вас заблокируют обязательно, я вам гарантирую. И развешивайте приглашения на наши вебинары, а мы уже тут всех за вас всех раскрутим. У них даже мозгов не хватает понять и знаний, что даже если у вас тысячи друзей на Фейсбуке, ВКонтакте, где-либо, да, то ваше объявление возможно видит человек 30, ну может 50. Это максимум. Другие вообще тренируют по методу периода динозавров. Надо, говорит, вспомнить всех людей, с кем ты был знаком в этой жизни. Но если вдруг кого-то вспомнишь и не в этой, то тоже очень хорошо, как бонус, да? И всем, говорит, надо звонить. Даже если вы далеко живете и очень давно не виделись, неважно, надо всех найти. То есть сейчас вытаскиваем старые фотографии, вот эти свадебные, помните, метр на метр, которые у бабушки в шкафу лежат. Там, где стоит все село в обнимку, там невеста в креплиновом платье и дети на горшках снизу сидят. Так вот, неважно, что прошло 40 лет, надо всех их найти, обзванивать. Говорить: «Алло, привет, это Вова. Ты слева на горшке на фотографии у тети Тамары на свадьбе, помнишь? Так, классно. А я справа. Пошли со мной в бизнес». Сразу говорю, без приглашений. Интересно, а вот он сейчас что делает, если без приглашений, да, на данный момент? «Пошли, у нас тут есть ноу-хау», говорит он. «У нас тут есть песочные часы, ты представляешь, невиданное чудо в интернет-маркетинге». Да-да-да. Это знаешь, когда зашла группа бизнесменов и сидит и ждет, что им там чего-нибудь насыпят. Ну вот как мы с тобой. Потом раз в месяц у нас, смотри, вот вдруг раз, одна кучка опытных сетевиков переворачивается и падает на голову второй такой же. И это просто праздник какой-то. Все обнимаются, целуются. Мы богаты, мы богаты. А потом такие: «Подождите, подождите, подождите, не спешите. А ты мои деньги принес? Как не принес? А что ты вообще мне упал тут на голову? Что ты обниматься-то лезешь со мной? Я месяц ждал, ты не понимаешь, что ли? Я в долги влез. Иди, иди отсюда». На соцсети как не придешь кому-нибудь на стену, у всех одни и те же 500 друзей друг у друга. Все одни и те же. А на стенах статусы один красивее другого. Вот такая билиберда.
как вы видите на экране, да? Они учат нас жизни. Все эти американские книжечки для карманного тиража их писателей. Поговорки, советы, цитаты великих, правильные слова. И тут же, после этих цитат, там чуть ищешь дальше, что же интересного там у него есть. И тут же вложить $10 по 20% в день без приглашений. Вот тебе все, вот тебе великий сетевик, начитался называется. И великие $10 инвесторы. Инвестор под рассрочку. Да лучше вы анекдоты развешивали на стене, хоть было бы интересно, я бы хоть подписался на вас, чтобы отдохнуть и посмеяться от тяжелого рабочего дня, чем читать вот эту муть всякую, как жить дальше. Не учите меня жить, лучше помогите материально. А то правильные книжки все читаете, а дальше у вас, как всегда, все начитанные херней с двумя высшими образованиями, а толку никакого. Цитирую тут Рэнди, Гейджи, наизусть тут капиталы рассказывают, а одного человека в бизнес пригласить не могут. Потому что только трафик имеет значение, а не эти глупые зарисовки и цитаты и так далее. Хорошо, переходим к делу. Ребята, я вам сейчас дам парабеллум. Дети, они не знают, что нас теперь много. Я вам дам то, что работает и нужно каждому, чтобы вылезти из того болота, где все застряли. Итак, давайте по порядку. Нельзя работать только на Рунет или только на США. Нужно работать на два фронта одновременно. Я уже очень давно собираю базу и сейчас показал своей команде новый сервис IOP, хотя я на другом сервисе, потому что я уже там давно, у меня нет смысла перекидывать базы, но не важно, это не суть. Самое главное для вас, я отношусь с большим уважением к подписчикам, и я никогда их не продаю. Вы знаете, как там Smart Responder или другие авторы рассылок, у кого там 5-10 тысяч человек, они продают там за 5-10 тысяч рублей в сутки, можно послать рекламу их базе. Я никогда себе такого не позволяю. Хотя я могу только на этом иметь примерно 8 тысяч рублей в день. Только на этом. Но это не мой бизнес. Поэтому что надо? Мы сейчас идем шаг за шагом. Первое. Уважение к тем людям, которые подписываются на вашу рассылку. Это вы уже услышали. Далее. У нас есть серия писем как на русском, так и на английском языке, которая сделана лучшими копирайтерами. То есть эти письма они продают все за вас. Эти письма, эта серия писем привязана к вашим страницам захвата. Вот я сейчас покажу пример, что вы можете делать на IOP. Она очень интересна и очень большая конверсия. Итак, вы сделали страницу захвата на русском, английском, привязали серию писем, которые для американцев идет через день, а для наших каждый день, и у вас пошла продажа бизнеса на автомате. Дальше у нас есть проверенные, протестированные топ-50 сайтов США, где нужно быть обязательно, где сидят десятки тысяч американских сетевиков. И я покажу вам, как получать бесплатные кредиты на эти сайты, которые стоят $1000, если покупать на всех 50 сразу, вы будете получать их просто так. Это будет тонны трафика плюс ваши огромные деньги. То есть вы понимаете, что вам есть что отдать. Уже сейчас мы отдаем каждые 10 дней бесплатно для всей команды 50 тысяч рекламных кредитов на какой-либо сайт по трафику на Америку. И уже только благодаря этому у всех людей идет линия. И когда они на свою страницу захвата пишут, что мы раздаем 50 тысяч кредитов бесплатно, много, очень много людей подписываются на их страницу, и вы сейчас увидите мой пример, да? И с ними начинает, автоответчик начинает слать им письма, и каждое письмо новое объясняет человеку, почему мы занимаемся честным бизнесом, мы занимаемся им правильно, так как надо, без всяких возражений и еще чего-нибудь, и что это настоящие компании и настоящий подход к этому бизнесу. И вы все это будете получать и отдавать своим дальше. Линия пошла у всех. У всех пошли деньги, все начали зарабатывать. Каждый день вы можете видеть такую картину у себя. New Capture Pay Leach. Это подписался человек на страницу захвата. Попал в email базу. Вы собираете базу. Каждый день вот такие вот вам будут приходить письма. Это может быть сначала 5, потом 10, потом 20, 50, 100 человек в сутки. Постоянно
безостановочно. Новый, 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 новый. Подписался, подписался, подписался. Подписался, подписался, подписался. Это мы вам покажем, как это делается. Здесь и американцы, и русские, все вперемешку. Только каждый идет на свое место. Русские идут в русскую рассылку, американцы идут в американскую рассылку. То есть все на полном автомате. Вы собираете базу, и это лучше, чем бегать по соцсетям с рефссылкой или каждый раз покупать рекламу на каждую новую рессылку и не собирать. Это сизифов труд, понимаете? Вы работаете на кого-то, не на себя. И сейчас я вам покажу самое интересное. За неделю открываемости писем, просто чтобы вы знали, что происходит. Вы читать все умеете по-английски? Вот неделя, 23 марта, 28. Открытых писем 97%. 97,3% открытых писем. Вы можете представить, в США 4% за счастье. У многих авторов рассылок, когда люди покупают у них по 5000 рекламу на 5000 человек, так она стоит. Ты хочешь разослать на 5000 человек, 5000 рублей отдай. Так? Так вот, у многих из них, они сразу говорят, ну рассчитывайте 8-10%, это максимум. Вы можете представить? Здесь 97% идут открываемость моих писем для всей команды. То есть это, эти письма для вас, для всех, не только для меня. Я их всех отдаю, все копируют и вставляют себе. И это очень мощный рекорд. Может быть, в Рунете вряд ли у кого-то есть такая открываемость. То есть люди начинают тебе верить, что ты ведешь, во-первых, что-то не так, как все. Ты отличаешься очень сильно. Во-вторых, то, что ты не продаешь их каким-то базам. В-третьих, то, что ты ведешь честный бизнес, никакие там проценты без приглашений и так далее, настоящий, пусть он не легкий, но это честный. То есть с каждым новым письмом люди понимают, что ты занимаешься серьезным делом. И напоследок немного порисуем и поговорим о будущем. Итак, мы занимаемся одним делом, одним, а получаем денег с четырех видов источников дохода, с четырех и с одного человека. Вот где будет ваш интерес. Значит, смотрим. Первое. Вы знаете, что Facebook постер во многие группы, когда рассылает на автомате без вас весь день, он приносит очень сильный результат. Вот вы видели, сколько у меня подписок идет в сутки, там от, ну, не меньше 50, скажем, от 50 до 200 в день идет подписок. Там идет как бы комбинированная реклама. Это и YouTube ролики, это и Facebook. Но очень большой процент идет от Facebook групп правильных рассылок. Поэтому Facebook постер, он очень важен. И нужно иметь их два. Первое, все на английском, и группы, и вообще весь Facebook. Это для иностранцев. Второе, все на русском. Два Facebook аккаунта, так? И пока эти работают, лучше еще два открыть на всякий случай. На всякий случай. Так вот, очень многие Facebook группы, я их знаю за 3 года от и до, я привез его сюда, один из первых в Россию, несколько лет назад была такая компания, это была новинка, то есть я в них разбираюсь хорошо. Они сейчас закрываются, они не тянут, Facebook их блокирует, и если вы используете еще другие, там, ну, их очень много разных, по разной цене, и месячные, и ежемесячные, и так купить, то, во-первых, Facebook меняет алгоритм свой через какое-то время, а во-вторых, он блокирует ваши аккаунты за это дело, потому что это создано непрофессионально. Это дети там писали эти фейсбуки, чтобы сделать деньги. Так вот, уже 2 года я пользуюсь, мощным постером, который создал мой американский друг. Он сейчас пишет для меня другую программу, я вам объясню ее, которая никогда не дает сбоя, и она может открывать даже сразу 3 фейсбука и в 3 слать, если вам позволяет скорость интернета. Так вот, ребятки, этот Facebook постер один раз в жизни стоит $49. Разработчик постоянно как бы его улучшает. То есть он его не бросил. У него много программ по трафику. Много, очень много. Он их продает, да, но он постоянно делает обновления. Если Facebook что-то поменял, и он раз, и тут же перестроился под этот постер, и он что-то поменял. И вы когда его запускаете, он там пишет, доступно новое обновление, которое идет в ногу с тем, что делает Facebook. Каждый раз, продавая Facebook постер, вы получаете $22 с человека. Так? Хорошо.
Сама реклама и трафик в США – это очень дорогая штука, она требует нескольких сотен долларов в месяц как минимум. Если вы уже делаете хорошие деньги, несколько тысяч долларов в месяц, то вам нужно как минимум отдать 500-800, чтобы у вас шли обороты, вы получали еще больше денег. Так вот, этот Facebook постер по группам, он намного дешевле, чем их реклама. Вообще в США один подписчик на страницу захвата стоит от 50 центов, примерно так. И опять-таки мы не знаем, кто это. А здесь целевые люди, потому что Facebook группы, по бизнес группы, и мы вам дадим списки, где эти люди сидят, и американские, и русские, и так далее. Это не вопрос. Итак, мы с этим разобрались. Теперь смотрите, что дальше. Мы уже поняли, что на Америку мы не можем идти без страницы захвата. Страницы захвата, так? У нас и видео страницы красивые, с большой конверсией, на них очень многие клюют. Мы не можем идти на США без автоответчика с email-компании, без тракера отслеживания ударов, кто откуда больше всего шел, и без email-компании, которая у нас серия писем там разбита, и без бродкаста. Это важные новости. Вот сейчас я своей базе одним ударом разошлю на 6500 человек новость. Вот, например, это видео, чтобы они посмотрели. Да? Бродкаста каждый день нужно слать базе какие-нибудь новости. Так. Без этого мы идти не можем. Это что значит для нас? Это значит, что когда человек почитал и понял, чем мы занимаемся, он должен обязательно заходить в IOP, чтобы иметь все эти инструменты. Это так же важно, как вы платите за свет и газ в своей квартире каждый месяц. Сетевик без этих инструментов, он не сетевик, а он почетный член журнала «Мурзилка». Все, так бизнес не ведется. Бизнес требует денег, бизнес требует вложений на инструменты и на трафике. Здесь все есть в одном месте, поэтому, когда вы зовете человека, ваше первое условие – это $20 в IOP. Вы сразу же получаете с него 18, так? Теперь, он же ничего не знает, он хочет копировать вас. Вы ему говорите: так, друг мой, теперь за $49 покупай-ка у меня Facebook постер. Вы ему продаете. Это бизнес, тут нету сопляжуйства. Тут не надо искать, что подешевле, тут надо искать, что качественнее. 18-22 доллара с человека личного вы получили, так? Одного, уже 40. Угу. Причем, ну хорошо, здесь один раз, а 18, ну 15 каждый месяц будете получать. Со второго месяца $15 с этого человека всегда, каждый месяц. Так, едем дальше. Далее, несмотря на крик всяких бестолочей, которые никогда нигде ничего не строят и не получают результата, есть сильнейшая компания на сегодня, это Total Takeover, где вход $90, и ты получаешь с одного и того же человека каждый месяц всегда 46, 45 и доллар по линии, $46 с одного и того же человека каждый месяц. Плюс с каждых личников ты получаешь по 2 человека по $25, с каждого личника. Вот у тебя есть один, он тебе отдает второго, четвертого по $25, у тебя есть 10, значит, ты получаешь со всех по 2. И эти люди на всю глубину вниз, вторые и четвертые, привязаны к тебе, и что тебе $25. Убийственный маркетинг, ничего рядом в интернете сегодня нет, и близко даже. Потому что все эти матрицы и бинары — это полная ерунда, которые никто никогда не построит, они застряли насмерть, никто там не двигается. Так вот, и пока что ТТО, но IOP скоро запускает, вот по инструментам, третий уровень на $80, где ты будешь иметь 59, ну будем говорить 60. Это отлично. Но пока он не запустил, мы ведем разговор такой. Так вот, первая часть какая у нас? Значит, если ты хочешь начинать с нами, заходи на 20 и покупаешь Facebook постер. Раз. И здесь ты, в принципе, получаешь 50 тысяч кредитов каждые 10 дней. Можешь уже на США гнать. И по Facebook 2 включил на ночь. Он и на Америку, и на Россию бьет, собирая тебе базу подписчиков. Серия писем, которая нами написана, и США, и мной. Она имеет очень большую открываемость, вы видели. И бизнес у тебя на автомате пошел. Все, потихоньку, полегоньку вы начали заниматься правильным делом и строить свои отношения с людьми. Но если ты хочешь больше и дальше, то мы тебе предлагаем заходить в Total Takeover. Так, допустим, человек за вас заходит. Вы уже получили здесь. Это один и тот же человек. Вы уже получили здесь 15, $18, 22, 40. Теперь он заходит, вы уже получаете 46, еще 46. Уже вы получили $86, так, с одного человека. Так, бизнес есть бизнес. И для чего это делается? Если ты заходишь в ТТО,
Мы, команда, даем тебе убийственную программу. Вы помните, я вам показывал 50 сайтов, где надо быть всегда. Всегда и всем. Так вот, мы даем тебе убийственную программу. На тех сайтах нет никаких бонусных кодов, нет никаких халяв, ничего. Там только или кликаешь за кредиты, стоишь на одной странице 15 секунд и получаешь 15 кредитов за просмотр. Или кликаешь, или покупаешь кредиты на каждом сайте из этих 50. Что выходит, сейчас включу батарею, очень большие деньги. Но тот же человек, который разрабатывал Facebook постер, он заканчивает программу, она проходит тестирование, которое на полном автомате и без вас будет открывать эти 50 сайтов, все их рекламы и собирать вам десятки тысяч кредитов с каждого. Экономлю вам десятки тысяч долларов со всех них. У вас будет трафика столько, что американцы устанут вас читать. Это скоро на подходе. Этот постер будет стоить, насколько я понимаю, $59, из которых вы будете получать 29. Окей? Прибавляйте 29 к 86, и мы получаем $125 с одного человека. С одного. То есть и при этом $46 и 15 это будет каждый месяц. То есть вы каждый месяц будете получать, здесь получается $61 каждый месяц. А 125 общее один раз. То есть вот как будет это выглядеть, что у нас теперь один бизнес, один, а источников дохода 4. И каждый раз, когда человек будет делать то же самое, что и вы, они все будут отбивать свои деньги и за Facebook постер, и за программу, которая собирает вам трафика на десятки тысяч долларов. Она все это будет отбивать. Каждый будет своего новичка вот это делать. И деньги пошли у всех. И вот тогда вы можете кричать, что вы сетевики, что вы знаете, как вести бизнес, что вам есть что показать, что дать, что отдать, что рассказать. И вы можете гордиться собой и через несколько месяцев сказать, да, мы богаты, мы действительно богаты. А пока что вам нужно еще работать, работать и работать. Это, конечно, только все вершина айсберга. Наши американские друзья всегда предупреждают нас о новых проектах. От ТТО я знал в ноябре, о том, что запустится в апреле, я знаю уже несколько месяцев. То есть мы всегда в курсе всех событий раньше всех. Это внутренний круг, тайная, скажем так, группа, которая держит руку на пульсе. Вы будете знать очень много чего, также и новые программы по трафику, которые будет дальше выпускать наш друг. Вы все будете в курсе. У вас есть все для того, чтобы состояться в интернет-бизнесе, где 95% по статистике, хоть в России, хоть в США, не зарабатывают даже $100 в месяц. А если честно, то те